Привет, моя хорошая! Сегодняшнее видео, скорее всего, будет довольно-таки длинным, поэтому я предлагаю не затягивать и начать. Фавориты года. Все самое лучшее, то, что я пробовала, то, что я видела, то, что я покупала, то, чем я пользовалась. Первое, о чем хочу вам рассказать, это два канала на YouTube, которые я смело могу вам посоветовать. Если вы владеете английским языком, то вам, я думаю, понравится. Первый блогер — это девушка, которую зовут Тамара Калиник. Она живет в Англии. У нее очень интересные блоги, она просто безумно круто одевается, мне очень нравится ее стиль, мне очень нравятся ее советы, мне нравится вот стиль жизни, который она преподносит, и какая-то вот она такая, знаете, очень своя, простая, то есть, да, вот мне очень нравится ее смотреть. И из всей этой вот британской тусовки я ее сейчас вот прям больше всех люблю. И также недавно завела YouTube-канал, блогер, который зовут Negin. Я еще давным-давно была подписана на нее в Инстаграме, и она на меня тоже когда-то подписалась. Но потом она как-то такие фотографии делала, что мне не нравилось, я от нее отписалась, и она от меня тоже. Она тогда еще не была блогером. И потом со временем я заметила, что она завела свой блог, у нее начали появляться очень красивые наряды, прям такие лакшери, вот. И недавно она завела свой YouTube-канал, и я просто обожаю его смотреть. Она ведет свой канал вместе со своим парнем, они много путешествуют, она бывает на очень крутых фэшн-показах. Вот недавно она была на показе Victoria's Secret. В общем, она очень позитивная, она очень сильно похудела с тех времен, когда я еще была на нее подписана. И очень мотивирует меня, мне нравится ее смотреть. Поэтому две ссылки на их каналы я оставлю внизу в инфобоксе. А сейчас давайте поговорим о бьюти. Во-первых, это мое знакомство с Kérastase. Я была на процедуре, мне мастер подобрал уход. Во-первых, это вот такой вот шампунь из новой линейки Specific. Я знаю, что эта косметика довольно-таки дорогая, но из всего того, что я пробовала, это действительно лучшее. Это лучшее из... Ну, это все. В сравнение действительно ничто не входит. А линейка называется Specific, и этот шампунь предназначен для чувствительной кожи головы. Дело в том, что у меня довольно-таки часто бывает перхоть, но перхоть не сухая, а такая, знаете, как бы жирная. Я всегда покупала себе шампунь от перхоти, но на самом деле у меня перхоти это как следствие не того, что у меня там на голове грибок, вот этот, который вызывает перхоть. А у меня перхоть — это следствие неправильного ухода, следствие того, что кожа головы раздражена. Мне подобрали вот этот вот шампунь для чувствительной кожи головы. И, девочки, у меня прошел зуд, прошли какие-то ощущения того, что хочется поковыряться в голове. У меня кожа просто головы чистая, и она такая вот, знаете, я не могу объяснить, она как будто просто вот дышит. И этот шампунь обалденный. Также он без силиконов, он не забивает поры головы. Обалденный шампунь. Но что мне понравилось в миллион раз больше, чем этот шампунь, это вот эта маска. Это маска для кожи головы. Она с таким небольшим ментолом. Ты ее, получается, нужно помыть голову. Вот я мою голову. Потом наношу на влажные корни волос маску и расческой расчесываю так, чтобы ее немножко еще по волосам протянуть. Волосы чистые, они такие, знаете, вот распадаются, появляется объем, появляется свежесть. После нее я могу не мыть спокойно 3 дня голову, и она будет реально свежей. Обалденно, это тоже называется линейка Specific, это увлажняющая маска тоже для чувствительной кожи головы. Еще одно средство, которое мне понравилось, это, честно говоря, не могу прочитать, вот в такой вот баночке, это средство для укладки волос и термозащита. Волосы не склеиваются, не утяжеляются. Он удобен тем, что, допустим, сегодня я захотела вытянуть волосы, да, завтра я хочу накрутить. И он даже работает в течение 2 дней, то есть он держит кудри. И еще одно средство из ухода, которое мне понравилось, это масло для душа от Yves Rocher. Это очень бюджетное, очень приятное, очень согревающее масло. Я его просто обожаю. У меня много этих разных баночек разными вкусами, ароматами. Вот просто зайдите в Yves Rocher и попробуйте. Это лучшее, что я пробовала действительно вот в этом году. Я вообще к гелям для душа абсолютно равнодушно отношусь, но вот это средство мне очень понравилось, и я тоже могу его смело рекомендовать. Что касается декоративки, конечно, я пробую безумное количество средств, но я выделила 2, которые я могу назвать действительно фаворитами года. Cushion от Yves Saint Laurent — это легчайшее покрытие с таким
бархатным, приятным финишем, которое хорошо перекрывает синячки под глазами, какие-то прыщики, если его наслаивать. Очень приятное средство, очень приятный аромат, очень красивая упаковка, очень текстура. Он довольно-таки стойкий, его удобно с собой носить и поправить, если там немного лицо вспотело, да, поплыло что-то. И также хочу вам порекомендовать и рассказать о любимой помаде года. Такая номинация у нас небольшая, я помад тоже очень много пробую, но вот помада, которая все-таки покорила меня, прям вот очень сильно, это помада от Clinique, их новая линейка Clinique Pop Matte, у меня в 01 оттенке, сейчас она у меня на губах. Это матовая помада, она не дает слишком сухого такого, знаете, покрытия, но она красиво смотрится на губах, очень гармонично, она перекрывает какие-то шелушения, она делает губы немножечко пухлее, чем они есть на самом деле. Я очень довольна этой помадой и хочу приобрести себе, конечно же, еще несколько оттенков. Ну и сам оттенок меня просто радует безумно. Классная помада. Аромат года. У меня есть, в принципе, мой любимый запах, которым я пользуюсь, вот, который прям мой-мой, да, но ароматом этого года для меня стал Armani Си, это, кажется, он называется Signature, насколько я помню. Вот такая вот мутная версия аромата Си, здесь такая непрозрачная жидкость, очень приятный, очень он холодный такой, он необычный, он не похож на, ну, на вот эти вот классические, да, люксовые ароматы, которые продаются у нас в магазинах, он какой-то женственный очень, он сдержанный, он такой утонченный и очень богатый, такой дорогой действительно запах, и я бы не сказала, что это вот прям Armani Си. Сейчас хочу вам показать таких два бьюти-гаджета, которые мне понравились. Во-первых, в этом году я познакомилась с расческой Tangle Teaser, да, такой немного запоздавший вариант, но я хочу сказать, что для моих волос эта расческа идеально подошла, хорошо распутывает мои пушистые волосы, иногда вот, особенно летом, волосы на солнце пересыхают и бывают даже колтуны, можно сказать, идеально все прочесывает, не дерет волосы, приятно ею можно даже в душе маску прочесать по волосам. В общем, классная расческа. Я ее покупала, причем в Avon. В каталоге Avon есть вот эта вот расческа. И мне даже кажется, что она стоит дешевле, чем везде. Я, честно говоря, больше уверена в ее оригинальности на сайте Avon, чем в каких-то вот ларечках, которых сейчас везде просто продают Tangle Teaser. И также открытием года для меня стала моя щетка, мой эпилятор. Я вам его уже показывала в видео о вечернем уходе. Это вот такая вот щетка с разными насадками для чувствительной кожи, для пилинга. Вот такая вот у меня на каждый день она мне подходит. С насадкой эпилятора. Это уникальная вещь. Во-первых, то, что действительно удобно сделать себе коррекцию нежелательных волосиков на лице. Честно говоря, большее преимущество у меня вызвала именно щетка. Потому что, когда я начала пользоваться этой щеткой, у меня просто абсолютно перестали появляться подкожные такие, знаете, прыщи болючие, они у меня иногда бывали, особенно перед женскими днями, скажем так. За счет того, что щетка хорошо вычищает поры, в порах ничего не накапливается и не начинает воспаляться. Поэтому я очень советую эту щетку от Браун. У меня, кстати, до конца года еще действует моя скидка Каменская при заказе на сайте Браун. Поэтому, если хотите воспользоваться еще скидочкой, там, кажется, 15% или 20%, то я очень-очень советую, и для меня это действительно лучший вот продукт за год. Теперь давайте немного поговорим о каких-то фэшн-фаворитах. Мне трудно было, честно говоря, из одежды выбрать какой-то такой вот фаворит, потому что я очень люблю одежду, у меня довольно-таки много ее, но есть такие вещи, скажем, это больше, наверное, все-таки аксессуары, которые действительно стали фаворитами года. Хочу начать со своей подвесочки. Я ее показывала в покупках из Греции, наверное, сдалека не будет видно, здесь такой глазик. Это вообще серебро, но оно с позолотой. Я вот уже сколько его ношу, оно абсолютно не темнеет, не стирается. Я купила его, кажется, за 30 евро, где-то так, и я просто обожаю этот принт глазик, и у меня и на телефоне глазики, и на маникюре я себе делаю глазики, но вот эта вот штучка как-то
не знаю, она как-то для меня не просто как красивое украшение, а вот как она уже как частичка меня почему-то стала. Я не могу просто без нее ходить, и мне, честно говоря, иногда страшно становится, что я ее где-то потеряю, или она испортится по качеству по-своему, потому что все-таки она стоила 30 евро. Из аксессуаров это однозначно мои очки Fendi. Это самые любимые очки, которые у меня есть. Они очень-очень красивые, я считаю. Мне безумно нравятся эти камушки в уголочках. У них такая форма cat eye. Они очень нежные, очень женственные, очень модные. И хотя эта модель уже у них, Fendi вроде их снимает, насколько я знаю, но я ее буду носить с очень большим удовольствием еще много-много раз. Хочу вам показать любимую одежду этого года, это джинсы. Я вам показывала эти джинсы в покупках из секонд-хенда, и я действительно считаю эти джинсы лучшей вещью года, потому что я их носила просто без конца, действительно. И весной, и летом, и осенью, зимой, мне кажется, они немного светловаты, но вот я себе сейчас купила новую шубу, я думаю, что с ней они будут смотреться очень круто. И также хочу вам показать две сумочки, которые я полюбила в этом году и считаю их самыми успешными покупками. Во-первых, это сумка от Parfois, вот такая вот. Возможно, вы видели у меня ее уже на фотографиях. Мне нравится то, что здесь такой длины ручка. Мне нравится эта грубая цепь, которая не совсем сочетается с такой маленькой сумочкой. Мне нравится, что на этой сумочке очень много разных оттенков. И серый, и бордовый, и зеленый, и черный. И ее очень удобно сочетать с большим количеством просто оттенков в гардеробе. И еще одну сумку хочу вам показать. Я ее показывала в распаковке посылки из Америки. Это сумка от Michael Kors. Я ее заказывала, честно говоря, потому что она стоила довольно-таки дешево. Я думаю, ну, красивый цвет. Не знаю, посмотрим, с чем у меня получится ее носить. Но в итоге она сочетается тоже просто с огромным количеством вещей в моем гардеробе. Она хорошо смотрится с белыми, с голубыми, с бежевыми вещами. Также здесь есть такой вот длинный ремешок. Ее удобно носить на плече. Она очень вместительная. Я очень довольна этой покупкой. Вообще, в этом году у меня было очень много приятных действительно событий. Я считаю этот год довольно-таки успешным. У меня были приятные поездки, приятные знакомства, приятные встречи. И я надеюсь, что следующий год будет еще более позитивный, еще более насыщенный. Хочу вам пожелать оставаться красивыми не только снаружи, потому что у нас такой здесь beauty fashion канал, да? Но и не забывать про свои какие-то внутренние качества, которые позволяют вам оставаться красивыми еще внутри. Я вас очень сильно люблю, спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы смотрите мои видео, что подписаны на мой канал, что ставите мне пальчики вверх, комментируете мои видео. Мне это безумно приятно, я на это всегда обращаю внимание, я чувствую очень большую отдачу и поддержку с вашей стороны, я вам многим обязана, и я вас всех целую, люблю, всем пока!